К работам подрядчик приступил в конце прошлого года. Шум техники на стройплощадке стих совсем недавно. Остались последние штрихи. Завершен весь проектный, наверное, процентов 95. Осталось сделать озеленение нам. Но дом завершен на 100%. Можно заезжать и жить. Мы в сроки уложились. Моментами людей участвовало, наверное, человек 100 было. Были такие дни. Дом рассчитан на 36 квартир. Совсем скоро ключи от них получат новоселы. В 9-этажном доме предусмотрен современный лифт. А на первом этаже установлен вот такой пандус для маломобильных граждан. Предусмотрено все для удобства и комфорта будущих жильцов. Проект реализуется в рамках ФЦП. На работы было выделено 105 миллионов рублей. В этом году планируется ввести в эксплуатацию два дома. Это 36-квартирный микрорайон Новониколаевский и микрорайон Фонтаны ГП-4. Строительство данного дома было начато в декабре 2019 года. Основные работы завершены летом этого года. В целом по республике строится 18 многоквартирных домов для реабилитированных граждан. В микрорайоне Новониколаевский города Симферополя в этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 46-квартирный дом, и еще два дома ведется строительство, это 72-квартирный дом и 162-квартирные дома, которые сдадутся в эксплуатацию уже в 2022 году. Всего на квартирном учете в Симферополе состоит 988 семей из числа репатриантов. В течение 2 лет в крымской столице планируется ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных дома на 306 квартир. Даут Чахалов и Саид Влиляев, телеканал «Миллет».